я был в этой среде. Имею представление. Тем более я учился в одном классе с ребятами, в том числе из Васского переулка тоже. Среда, я бы сказал, приблотненная, в которой натуральные уголовники встречались редко, но были в особенном авторитете. И большинство в этой среде сами были бы натуральными уголовниками. С удовольствием бы, если бы хватило духу. Чтобы поймать «Who is Mr. Putin», надо пройти по Басковому переулку и представить, что это такое было в 60-70-х годах. Who is Mr. Putin? Who is Mr. Putin? Очень полезно было бы в ясную погоду часов в 8:30-9 утра выйти на Басков переулок, посмотреть. У него панорама просматривается как раз на золотые шпили и кресты инженерного замка. И представьте себе человека, подростка, там средние классы, старшие классы, который из вонючего асфальтового колодца ежедневно в школу поутру выходит, и утреннее солнце подсвечивает в панораме впереди вот это золото. И это происходит каждый день на протяжении нескольких лет. Эта личность ничем из этой среды не выдающаяся. Это просто вот один из них, из этой приблотненной шпаны, которая мечтает быть как совершенно откровенные уголовники, но боится. И вдруг абсолютно без каких-либо заслуг, без каких-то там выдающихся качеств, человека берут случайно из этой среды и ставят туда, вот где он сейчас. Когда он вместо Собчака пришел с каким-то или докладом, или справкой, вот я впервые его увидел, и меня вот поразили его глаза жуткие, совершенно стеклянно-оловянные. Это первое. И второе, что меня поразило, это высочайшая степень озлобленности, когда звучало хоть одно слово. Не так, как это считал он, сразу металл в голосе, впадающие щеки, злобный нацеленный взгляд и начало пикировки или отбоя. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну, сейчас он обтесался, а в те времена, я могу сказать, ну, как это сказать, повежливый, но он производил не городской шпаны, а вот как бы сказать вежливо. Ну, если прямо, ну, показывается это нельзя, меня сразу говорят, представителя городского люмпиниата. Он же сам выразил, вот, когда проиграл выборы, его спросили, кем пойдешь. Да, у меня много приятелей, вот один предлагает, наверное, пойду директором таксопарка. Вот такой ответ был дан сразу же после провала выборов Собчака. Президент, президент, все спешат теперь, наступает момент поворот судьбе, чтобы Крым не погряз в хаосе и свет, стань гарантом для нас мира на земле. Действуй, Путин, русский президент. Давний вопрос журналиста «Who's Mr. Putin?» Теперь уже никакой не вопрос. Так, исторический анекдот. 15 лет безраздельного владычества над территорией и населением российского государства, похоже, не оставили загадок. Остались небольшие уточнения. Что движет этим человеком? Каковы его цели и мотивы? И как сработали тайные пружины, которые вознесли его на самую вершину власти? То есть все-таки, кто он на самом деле? –
Поздней осенью 91 года в Петербурге назрел продовольственный кризис. Производители сельхозпродукции не спешили продавать плоды своего труда государству на фоне растущего спроса и стремительно падающего рубля. В городе выстраивались очереди за продуктами самой первой необходимости. К началу зимы в Питере сложилась абсолютно критическая ситуация. Дело-то было очень просто. Город остался без продовольствия. Потому что продовольствие просто попрятали, и просто потому что его не было. Ну, физически не было этого продовольствия в стране. Надо было вводить настоящие карточки на все остатки продовольствия, которые еще были. На самом деле мы же стали ответственными не за реформу, мы стали ответственными за текущее управление страной. И управление страной в то время, это значит, надо было обеспечивать ежедневный критический импорт. Медикаменты, прежде всего, инсулин и все остальное, что критически важно, и продовольствие. А за все это надо платить. Время, которое мы тратили на то, чтобы писать нормативные документы для реформ, и время на текущее управление, оно было смещено в сторону текущего управления значительно больше, чем мы думали до того. Неожиданно разрешить кризис и спасти горожан от неминуемого голода вызвался председатель комитета мэрии по внешним связям Владимир Путин. Самой известной его операцией стал так называемый бартер – обмен за границей высоколиквидного сырья, которого много осталось на предприятиях города, на продовольствие. Мне кажется, что после того, как мэр города поручил нам заниматься организацией или так координацией деятельности в области сотрудничество с европейским сообществом. В общем и целом, нами проделана неплохая в этом отношении работа. Мы подключили сюда, разумеется, другие комитеты. Комитет по продовольствию, комитет по торговле. И всем жителям нашего города известно, какую роль играют продукты питания, поступающие из европейского сообщества для нашего региона, для нашего города сегодня. А дальше я стала узнавать, что нам выделены квоты на лес, нефть, металлы, редкие металлы, алюминий для бартера. Договоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были явно совершенно подставные, однодневки. Лицензии выдавались нашим питерским комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путиным. Подписывал их или он сам редко лицензии, либо его заместитель Аникин. Они не имели права выдавать этих лицензий. И товары уходили туда, за рубеж. А продовольствие не поступало. И не поступило. Интересен тот факт, что сама идея продать за рубеж дорогостоящее сырье на 122 миллиона долларов исходила от Комитета по внешним связям, то есть именно от Путина, который обратился в правительство России с письмом. И уже 5 декабря 1991 года на письме появилось две визы – вице-премьера Егора Гайдара «Согласиться» и министра внешнеэкономических связей Петра Авина «Разрешить выдачу квот и лицензий на сотни тысяч тонн нефтепродуктов, десятки тысяч тонн лома черных и цветных металлов, тысячи тонн цемента, аммиака, сотни тысяч кубометров леса. Ни у кого вопросов по этому благородному делу не было. Надо же всем миром спасать Питер, не допустить вторую блокаду. Этим делом занимался ведь не только Путин, им занимался Собчак. И вот заходит Путин, такой своей походочкой, это самое, в спортивном костюмчике, значит, таком, как вот тогда модно было одеваться, значит, этим самым ребяткам. Вот. Это что, мол, у вас вообще? Что такое? Я ему объяснил ситуацию. Значит, он заходит в кабинет Собчака, через 5 минут выходит, говорит, что вопрос решен. Горбачев сейчас уйдет на базу разрешения. Путин там оказался по линии КГБ СССР, как в те времена все говорили, включая мадам Салье, что Путин был смотрящим за Собчаком. Когда Гайдар спохватился, что в Петербурге происходит что-то невероятное вот с этим бартером,
тогда еще МВС не было, Министерство внешнеэкономических связей, был комитет внешнеэкономических связей, председательствовал там Авен. Вот уж дальше ехать просто некуда. Мы, безусловно, были политическими идеалистами, мы не понимали, что любые реформы встречают очень сильное политическое сопротивление с разных сторон. У нас был такой план: день один, день два, день три, день пять. Вот это оказалось все так и наивные мечтания. Да. И тогда Гайдар написал бумагу резкую, в которой черным по белому было написано, что выдавать лицензии имеет право только уполномоченные МВС. Вот в каждом северо-западном регионе таковым уполномоченным является Пахомов. Пахомов пришел ко мне и говорит: вот, а вы посмотрите, Марина Евгеньевна, что делается. И в этот момент, Собчак делает протокол. Вот я вам говорила, с этим протоколом он всех связал. Протокол о сотрудничестве между мэрией Санкт-Петербурга и Министерством внешнеэкономических связей Российской Федерации. Вот. Потом приказ издает Авен. О статусе уполномоченного МВС России по Санкт-Петербургу убирает Пахомова. Комитет этот, путинский, который в мэрии был, делает двойного подчинения. И дает ему право подписывать лицензии вот этими бумажками. И Гайдар пишет согласен, на что Иванидзе откликается так: либо подпись на документе Гайдара подделана, что я не исключаю совершенно, потому что числа на документах исправлены несколько раз. Несколько раз, особенно на авеновских. Там вообще сплошное жульничество. Вот. Либо, значит, Гайдар вел двойную игру. Если Гайдар не был в курсе вот этих простых историй про лицензии, если он не был в курсе всего вот этого, и хотя бы отчасти всего этого, то он просто ненормальный, он сумасшедший или дурак, или еще кто-то. Значит, он был в курсе, и он это принял, поскольку лучшее, что я могу сказать о нем, что он был вынужден. Наверное, у вас возникает законный вопрос. Кто же были эти счастливчики, получившие вот эти поистине золотые лицензии на вывоз и продажу стратегического российского сырья? Имена владельцев этих фирм были тогда, скажем так, малоизвестными. Но кто тогда знал ставших потом знаменитыми мелкого КГБшника и будущего миллиардера Геннадия Тимченко или одного из авторитетов Тамбовской ОПГ и председателя кооператива «Озеро» Владимира Смирнова, которым доверили вывоз целых составов нефтепродуктов? Цветные металлы за рубеж через фирмы «Стрим» и «Кварк» повезли некие Владимир Якунин с Юрием Ковальчуком и братьями Фурсенко. Другие имена были более громкими. Скажем, 91-92 год, когда вот эти фальшивые контракты заключались, когда появились все эти люди вроде Мирошника, там, Кобзона, Тайванчика и всех остальных, кто как бы контролировали ситуацию снаружи и внутри, которые высасывали из этой западной группы войск или через нее огромное количество тех же нелегальных сигарет. Это началось все-таки вот уже чуть позже. А вот бывший уголовник Георгий Мирошник со своими структурами был уже хорошо известен советским правоохранителям по беспрецедентному дерибану армейской собственности в ГДР. И несмотря на это, 25 декабря 1991 года Путин собственноручно подписал договор со знаменитым аферистом и мошенником и одновременно президентом концерна «Интеркомцентр Формула-7» Мирошника на оформление ему лицензии на экспорт 150 тысяч тонн нефтепродуктов стоимостью более 32 миллионов долларов. Это на 91 год. Эти украденные у города деньги никогда не вернулись ни в город, ни в страну. Этот Мирошник, этот прохиндей, уже известный прокуратуре, он уже около 19 миллионов марок к тому времени уже украл у западной группы войск. То есть недопоставка или не поставка каких-то товаров. Он получил лицензию персональную от Путина, подписанную им самим. В
все уже подзабыли, что в те времена действующие чиновники могли заниматься бизнесом на легальных основаниях и вовсю пользовались этим правом. Их корыстная заинтересованность подтверждается баснословными размерами комиссионных, которые доходили до 50%. При этом санкции за непоставку продовольствия были ничтожными. Так, в договоре от 3 января 1992 года с обществом Красного Креста, подписанным лично Путиным, комиссионные составили 540 тысяч долларов. В договоре, заключенном 10 января 1992 года, в лице председателя комитета Путина ВВ с Интерлесбиржей, комиссионные составили уже 5 миллионов 984 тысячи. Аппетиты мэрии все росли, и по соглашению с фирмой «Святослав» уже составили 12 миллионов долларов за реализацию 20 тысяч тонн хлопка. Общая сумма комиссионных по 12 подписанным путинским комитетом договорам превысила 34 миллиона долларов и в среднем составила 37% комиссионных. Все это происходило с одобрения при прямом попустительстве мэра города Анатолия Собчака. Вас никогда не смущало, что Имерек с трибун съезда народных депутатов, топчущий КГБ по всем направлениям, праведник свободы, берет себе одним из ближайших замов профессионала КГБ? Мне все равно, подсадили ли ему. Но я отвечаю, но он оказался готов взять. Сам ли выбрал, но он тогда негодный кадровик. Он принцип нарушил. На фоне тех заявлений, которые он постоянно делал, на фоне тех мыслей, которые он распространял, либо непрофессионал, либо, что еще страшнее, человек, готовый к тем же методам работы в будущем, впредь, и Фенни, который принес ему помощник новый. Таким образом, Собчак закрывает Путина. Закрывает Путина. И с этого момента они связаны уже вот этими миллионами, повязаны накрепко. Были безусловные изменения начальных планов, но общая логика всегда оставалась одной и той же. И мы, безусловно, и Гайдар, прежде всего, мы, безусловно, видели дорогу, понимали, куда идем, и вот никакого блуждания в потемках не было. Если бы не было вмешательства Авина, хорошо, будем считать, что Гайдара, но Гайдар мог быть как бы под влиянием Авина того же и других людей. Ну, предположим, что он был под влиянием. Если бы этих людей не было, то Путин вполне мог бы оказаться за решеткой тогда. Совершенно точно. Плюс участие как бы криминальных элементов в получении лицензии. И вывоз как бы абсолютно реальных материалов, высокоценных, в обмен на абсолютно фальшивые, не подтвержденные ничем, продуктовые запасы. Путин в своей книге на вопрос об этих лицензиях он написал фразу, цитирую, по-моему, почти цитирую, да в том-то и дело, что не было никаких лицензий. Ну, не было их. Они вот у меня в папке лежат. Да. Не было. Не было. Не было. Убьют меня. Украденные у города деньги нужно было куда-то пристроить. В 96-м году тогдашний председатель Петросовета Александр Беляев заявил, что часть денег от операции «Бартер», несколько миллионов долларов, были переведены в австрийский банк «Кредитанштальт», позже «Юникредитбанк». Тогда же Беляев заявил, что у Владимира Путина появилась нигде не учтенная вилла на Атлантическом побережье Франции в Биаррице. Путин сразу же обратился в Петроградский суд с иском о клевете, где заявил, что и не знает даже, где находится Атлантическое побережье. Вот эта самая приморская вилла в неизвестном Путину Биаррице на берегу Бискайского залива.
Многие годы она была оформлена на структуру ближайшего друга Путина Геннадия Тимченко. Но недавно ее якобы выкупил сын другого ближайшего друга Путина еще со времен кооператива «Озеро» Николая Шамалова по имени Кирилл. Агентство Reuters быстро выяснило, что именно он является супругом младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Супруги Кирилл и Екатерина ныне обладают активами в объеме более 2 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют отчеты, предоставленные Reuters. В основном эта сумма связана с публично разглашенной большой долей в крупной газовой и нефтехимической компании, которую Кирилл приобрел у того же совладельца одного из крупнейших сырьевых трейдеров в мире Геннадия Тимченко. Видно, старая, купленная на те самые, украденные у жителей Петербурга деньги, вилла попросту влилась во взаиморасчеты старых приятелей, как один из активов молодой пары. Кстати, ее стоимость сегодня оценивается всего в каких-то 3,7 миллиона долларов. Ну, в общем, как говорится, деньги к деньгам. Много лет прошло с тех пор, когда в Союз проник раскол. С перестройкой подло влился, когда занавес открылся. С запада влетела птица, кровожадная орлица. Но пришел Владимир Путин и сказал, жить лучше будем. Владимир Путин молодец! Та операция, которая была проведена в Ленинграде, Санкт-Петербурге по оккупированию вообще вот этих всех демократических дел, можно сказать, это образцовая операция. И ясное дело, что у него был начальник в Большом доме на Литейном. И я не могу поверить в то, что вот человек, там неважно, в каком он звании был, капитан или майор, вот он принял решение и пошел, значит, поддерживать демократа и критика вообще сурового власти. И его тут же, так сказать, во-первых, не поперли, в лучшем случае, из органов, в худшем случае отправили бы куда-нибудь за Северный Полярный Круг. Значит, естественно, что он действовал по приказу в рамках определенной операции, которую я бы назвал «Троянский конь». И он эту операцию успешно провел. Уже к 93-94 году проблема со случайными людьми во власти, значит, была решена. С одной стороны, он был типичный чекист, который очень мало говорит, у которого практически не было друзей среди нормальных людей, но зато попадались друзья среди криминального мира. Вот в кооперативе «Озеро» он жил, простите, вместе с Кумариным. Но Кумарин, по-видимому, слишком много знал. Но он открыто даже заявлял, что мне посадить Путина – расплюнуть. Одним из первых заинтересовавшихся знаменитым кооперативом «Озеро» стал подполковник юстиции Андрей Зыков, бывший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере коррупции и экономики Следственного комитета МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Как только Путин стал президентом, Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело номер 144-128, получившее в свое время громкое название «Дело Путина», а самого Зыкова отправила в отставку. Это бренд России, это бренд России, бренд коррупционной России, я бы сказал так. И не просто, а бренд коррупционной России, следует добавить. Вот это является кооператив «Озеро». Товарищ Зыков, ну вот видите, я же говорю, что вы меня знаете великолепно. Да пошли бы вы куда-нибудь. Да? Да. А вас меня власть послать? Так что убирайте волка, давай идите отсюда. А то мне надоест. Да? Да. Зачем вам это? Брысь. Мы сами по себе гуляем, вы сами по себе. Гуляете? А ну стойте. Народ вы, народ, а. Да чего же вы целый день? Поганый, не пошел. Ну, вы на себе, наверное, по себе стойте. Да не, она пытается. Наши какие плюсы, что мы не жестерим? Мы тоже, у меня работа такая. Ну, что делать? У каждого своя. У каждого своя. Я как был человек, который боролся с преступностью, так и не остаюсь. Владимир Владимирович, который впервые построил здесь свой домик, еще начал строить с 94 по 96 год, потом сгорел в 96 году. А вот он дал слово, что в 97 году домик восстановит. Слово сдержал, восстановил.
Вот, наверное, единственное, когда Владимир Владимирович сдерживает свое слово, восстанавливает собственный домик. Когда человеку не нравится, не знаю, человек, который много... Если посмотреть, кто возглавляет Банк России, 5 человек, наверное, составляют кооператив «Озеро», членство. Если посмотрим Знаменское, да, совхоз Знаменское, где как раз Владимир Смирнов, председатель данного кооператива, был председателем, а Кумарин Барсуков был заместителем господина Смирнова в Знаменском. Чем занималась Знаменская? Ну, понимаю, понятно, входила в знаменитый СПАК. Чем занимался СПАК? Отмывкой денег, а также продажей колумбийского наркотика, кокаина. Вот практически откуда появляются деньги у товарищей кооператоров. Можно и домики строить, и охрану нанимать, которая здесь присутствует и слушает, о чем речь идет. Ну, отдыхали, обсуждали, как можно еще украсть денег, очевидно, в государстве. Если здесь постоянно был Барсуков, и если он был ближайшей рукой Владимира Смирнова, если Владимир Смирнов входил в ближайший круг окружения Путина, ну, понятно, что за общение, что за круг. Скажите мне, кто мои друзья, я скажу, кто вы, да? Обычно говорят, такая поговорка. Так вот, если мы посмотрим, кто является другом Владимира Владимировича, то понятно, кем является он сам. Члены кооператива входили, братья Фурсенко, один из них был министром образования. А затем членом кооператива был Владимир Смирнов. Мы говорили, что он возглавлял СПАК, а также Петербургскую топливную компанию. А членом был Шамалов. Ну да, и Кунин, глава железной дороги, сейчас вот он подал в отставку. Так что список известен. Сюда приезжала Дьяченко, дочка президента Ельцина, из таких больших людей. Ну, здесь же видели и господина Бастрыкина, как говорят, так что, ну, круг, окружение, ближайший круг Владимира Владимировича почти весь здесь перебывал. И мы предполагаем, что практически вот эта дачка построена как взятка от корпорации 20-й трест. Давайте вместе вспомним мы те годы, когда его не было одни заботы. Страна в кризисе, народ страдал, и в это время Бог его послал. Заметили, когда он пришел во власть, в начале века и тысячелетия. Он Божий посланник, и он многое даст. Приходом его во всем улучшение. Хорошая стратегия, заметили вы. Нет никакого долга страны. Нам доказал за свое президентство. Выполняет обещания, отвечает за слова. Еще одной весьма экстравагантной попыткой накормить голодных петербуржцев стала операция, получившая затем название «Мэрия, меченная изотопом». В самом начале октября 1993-го в Петербурге по подозрению в организации контрабанды изотопов радиоактивного осмия был задержан заместитель мэра Собчака Лев Савенков. Я помню, писали там, сколько у него валюты. Обнаружили там при обыске, значит. Вот он, кстати говоря, и занимался сахарными делами. У чиновника Савенкова спросили, почему он решил вывозить редкий металл, применяющийся для изготовления противораковых препаратов, контрабандой. Он сослался на то, что у него и в мыслях не было ничего противозаконного, ведь вся прибыль должна была натурально пойти на благо населения. Значит, я считал, что мы можем получать прибыль в пределах 12-13 миллиардов долларов в год. Он вывез контейнер с этими пробами, да, там, чтобы показать, возможно, покупателям. Очевидно, у него уже были покупатели. Зная о существовании господина Смирнова, который обеспечил немецкими инвестициями весь Петербург и лично господина Путина, вполне возможно, что тот же канал использовался для продажи вот этих особо редких металлов.
Анатолий Собчак тут же заявил, что арест Савенкова никак не связан с его служебной деятельностью в мэрии. Выяснилось, однако, что для прикрытия этого вывоза Савенков обратился в комитет по внешним связям Путина, и далее оба вице-мэра объединили усилия накормить голодных. И организовали для этого вывоз контрабандой за границу не только баснословно дорогого осмия, но и 45 тысяч банок черной икры, похищенной с Волгоградского рыбозавода. 55, 56, 70, 89, 60. У Савенкова были каналы поставок оружия и каналы поставок вот металлов. Собственно, он и погорел на этом, на металлах. Вся операция проходила под прикрытием известного всем авторитета Владимира Барсукова-Кумарина, лидера Тамбовской организованной преступной группировки. Он говорил что-то, что он отвез одно туда, одно за границу, одно спрятал там, что если его возьмут, то, мол, это сразу же всплывет и всех уберет. Но не рассчитал. А вот как об этой операции рассказывает сам Путин. Работа Льва Витальевича Савенкова по осмию не первая и не единственная попытка найти нестандартные способы финансирования городского хозяйства, в первую очередь снабжения города продовольствием. Во время работы заместителем мэра Савенков предложил несколько крупных проектов решения этой задачи. Лев Витальевич, в частности, обращался и ко мне. В результате мы разработали проект создания акционерного общества. Предусматривалось, что частью акций этого общества будет владеть город. Соответственно, и часть прибыли должна была поступать в городской бюджет. Путин в этом интервью «Невскому времени» забыл упомянуть о другом, еще более скандальном деле, в котором ровно за полгода до этого был замешан тот самый уважаемый Лев Витальевич. А именно о тонне кокаина, ввезенного в виде мясных консервов фирмой «Алиса», в руководстве которой он также состоял. Дело в том, что Савенков еще до того, как стать заместителем мэра Собчака, он работал в торговой компании «Алиса», называется. Так вот, торговая компания «Алиса» создана Оскаром Донатом. Это человек, которого потом арестовали вместе с его сыном по делу кокаина. С точки зрения Леонида Добровольского, вынужденного после прихода Савенкова покинуть свой пост в мэрии и эмигрировать, с помощью операции «Бартер» была достигнута стратегическая цель, а именно дискредитация выборных органов власти как таковых вообще. Превратите демократов в демшизу демократов и убрать, отодвинуть случайных людей из органов власти. Вот и все. А с другой стороны, вот эти операции, материалы в обмен на продовольствие, это укрепить, направить деньги тем людям, которые в ближайшем будущем станут новой элитой, новой опорой режиму. Вот посмотрите, все, начиная, так сказать, от Ходорковского, да, кончая, я не знаю, там, Потаниным или Прохоровым, или кем угодно, да, ну, кто-то из них, в общем, талантливые люди, безусловно, с искрой Божией, с удачей и так далее. Но все они тотально на крючке. Они все не хозяева в полном смысле слова. Они те же доверенные лица, которым отдали в управление. Живите хорошо, жируйте, ребята, там вообще все замечательно, да? Но всегда есть возможность сказать: а ты помнишь? А? Сегодня ты олигарх, а завтра ты, значит, этот самый шьешь варежки в лагере. Спас страну ВВП, он защищает ВВП, поднял Россию и все больше развивает. Вы часто находитесь в конфликте с самим собой? Бывают такие, конечно, ситуации, хотя в общем и целом таких каких-то внутренних борений, так колебаний, страданий, конечно, я, откровенно говоря, не очень испытываю. Так? В общем и целом, мне кажется, что я человек довольно ровный. Так? Но, разумеется, вот сейчас приходится думать и готовить решения, которые не очень просты для меня. Вот этот стереотип «Собчак – учитель, Путин – верный ученик», что Собчак привел Путина в политику, на мой взгляд, этот стереотип совершенно мифический. Тут можно было бы сказать, что ведомый или разрабатываемый был Собчак, а ведущий или куратор
был Путин. Огромное большинство сотрудников с нынешней администрации – это бывшие сотрудники КГБ. Это не те, кто принимали участие в кровавых делах советского режима. Это относительно молодые сотрудники, включая самого нынешнего руководителя России. Но, тем не менее, менталитет этих граждан во многом основан на понятии репрессии как оружие в борьбе с тем, что происходит, и желаниями поменять что-то в стране. Как он появился рядом с Собчаком? Он чуть ли не подвозил, значит, товарища Собчака на своем «Жигуленке» или на чем он там бомбил, и да, таким был. Вот. До каких-то фантасмагорий, что Путин его упрашивал, там, или кто-то его упрашивал, Собчака, что вот возьмите, хороший человек, там, и так далее. Я думаю, что это все полная чепуха. В 91-м году было выпущено несколько постановлений за подписью Собчака, которые абсолютно ясно и четко обрисовывали роль Путина и чем он должен заниматься. Путин должен был взять на себя всю ответственность за сохранность так называемого фонда КПСС. А что касается выхода из КПСС, то я не выходил. КПСС прекратил свое существование. Я все сложил аккуратно в стол. Так это все там лежит, я имею в виду учетную карточку, партийный билет. Среди тех зданий, которые ему передавались под его ответственность, этому советнику, якобы случайному, оказавшемуся там только из жалости господина Собчака, было здание, где впервые был зарегистрирован и создан Банк России, ключевой банк для понимания вообще всей петербургской истории, вот коррупции и всего остального, в том числе и Тамбовско-Малышевске. Потому что Петров и Кузьмин были акционерами прямыми и через компании свои этого банка. Банк России основал летом 90-го года, еще при СССР, некий предприниматель Владислав Резник, давно и активно сотрудничавший с Тамбовской преступной группировкой. Ныне он первый заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку. А тогда, с 90-го по 95-й, он был председателем правления страхового общества «Русь», на основе которого и был создан Банк России. Среди акционеров были Черкесов, Путин, господин Горбачев и другие интересные товарищи. Путин появился там не случайно. Он пришел, и первое, что он начал делать, это отмывать как бы деньги и недвижимость партии. Вот чем он занялся. Он не финансист, он не делал это сам, но он организовывал все. Это я вижу по тем документам, которые есть в моем распоряжении. Незадолго до событий 91-го года в этот банк обкомом партии были влиты очень большие суммы, порядка 500 миллионов, тех еще советских рублей при курсе 60 копеек за доллар. Получается, что когда ищут деньги КПСС, никто не замечает под самым носом у Смольного на той же площади Банка «Россия». Интересно еще то, что лица, которые позже окончательно его приватизировали, сами брали займы в этом банке и на эти же деньги покупали акции этого же банка. Основной его акционер сегодня – это Юрий Ковальчук. По странному совпадению, Ковальчук – старый приятель Путина и один из соучредителей кооператива «Озеро». Это одно из первых финансово-кредитных учреждений, появившихся в новейшей истории страны. История банка – это и есть история современной России, летопись ее становления и экономического роста. Это был банк, куда отправились деньги обкома КПСС. И здание для этого банка было получено от Путина по распоряжению, которое поддержал Собчак. С самого первого дня существования банка Путин курировал его. И когда там появились Малышевские и лично Петров, которые занимались реальной экономикой мафии, Александр Малышев, который просто стрелял там, кого нужно было стрелять, эти люди были там с самого начала. И когда Тимченко был там, они тоже были там, они все вместе были там. Сегодня Банк России практически официально называют банком друзей Владимира Путина. После введения санкций он сам открыл тут свой официальный счет. И более того, дам указание управлению делами, чтобы туда переводили мою заработную плату. Тем более, что у банка очень, по-моему, звучное и символичное название. Он так и называется – «Россия». С
Сюда же перевела все свои финансовые активы «Единая энергетическая компания России». К тому же собственники банка через национальную медиагруппу контролируют все ведущие российские СМИ, ставшие информационными войсками Владимира Путина. В общем, не банк, целая финансовая империя Кремля. Уже 9 октября 1991 года мэр Петербурга Анатолий Собчак подписал распоряжение, в соответствии с которым любые инициативы мэрии в области игорного бизнеса должны были согласовываться с Путиным. Пару месяцев спустя комитет по внешним связям учреждает АУ «Казино», которое затем переименовывается в «Нева Шанс». Невозможно было создать казино без участия вот этой «Нева Шанс», то есть муниципального предприятия, которое возглавлял сотрудник КГБ бывший Паламарчук, да. То есть мэрия получала 50 с лишним процентов, остальное как бы люди, которые так или иначе связаны с бандитским миром или с теневым миром. Соучредителем становится комитет по управлению городским имуществом. Правда, адрес остался прежним – переулок Антоненко, 6, то есть адрес комитета Путина. Учреждение структуры «Нева Шанс» должно было обеспечить дополнительные доходы в городской бюджет от горного бизнеса и использовать их для реализации социальных программ, говорится в распоряжении мэра. «Нева Шанс», в свою очередь, соучредила казино «Нева», вскоре переименованное в «Адмирал». Мэрия выдала кучу таких разрешений на открытие казино, но все они были, как ни странно, убыточны, но никак не могли выйти в прибыль. Каждый вечер игроки оставляли там горы денег, а прибыли все не было и не было. И накормить на игорные доходы всех голодных питерцев так и не удалось. То есть самая развитая система, пирамида, что ли, вот такая бандитская чиновничья, она была в Питере, конечно. То есть простая довольно система, 50% в городе, 50% бандитам. Вот так создавались казино. И это продолжается до сих пор. Вот что сказал по этому поводу в своей предвыборной книге сам Путин. Расчет был в том, что государство, как акционер, будет получать дивиденды с 51% акций. На самом деле это была ошибка, потому что можно было владеть каким угодно пакетом акций и при этом ничего не проконтролировать. Ведь все деньги со столов уходили черным налом. Это была классическая ошибка людей, которые впервые столкнулись с рынком. На самом деле игорные дома Петербурга при Путине были, конечно же, прибыльны и платили налоги только не в бюджет, а в карман шишкам из мэрии. Лицензия на казино стоила от 100 тысяч долларов и выше. Все дельцы из мэрии Собчака прекрасно знали, что такое черный нал и откаты. Платили все. А деньги, по некоторым свидетельствам, собирал доверенный человек Путина, его личный телохранитель, нанятый на деньги мэрии, по имени Роман Цепов. Этот авторитет тамбовской ОПГ на досуге любил продюсировать кино. Например, сериал «Честь имею», за который получил кличку «Рома-продюсер». Он даже снялся во впечатляющей роли преступного авторитета, то есть самого себя, в сериале «Бандитский Петербург». В сентябре 2004-го его убили. Отравили сильнодействующим радиоактивным ядом. Что это был за яд, стало понятно только после убийства Литвиненко. Все симптомы полностью совпали. Но тогда никто тесты на радиоактивность покойника не проводил. На его похоронах лично присутствовал генерал Виктор Золотов, будущий начальник охраны Путина и ныне командующий внутренними войсками России. Выяснилось, что игровые автоматы для казино, которое контролировал Путин, поставлял японец из семьи Якудза Кеничи Камиясу из Осаки. Правда, Кеничи не знал, что это муниципальное казино, и воспринимал его как предприятие мафиозного авторитета Геннадия Петрова. Когда я начал восстанавливать все эти эпизоды петербургские, мой знакомый, как бы очень интересный персонаж Кеничи, который дал мне замечательное интервью о зарождении бизнеса казино и игровых автоматов в Петербурге, как он общался с Малышевскими и фактически как они его использовали и так далее. Вот отрывок из интервью Кеничи Владимиру Иванидзе. Я тогда еще толком не знал, кто же в действительности этот человек, Путин. Но я хорошо знал мэра Собчака. В то время Гена Петров его полностью контролировал. Влияние Гены было очень серьезным. Например, я точно знаю, что он контролировал налоговую службу. Через налоговую они могли изменить любой контракт, особенно контракты зарубежных инвесторов.
И я знаю, что такая проблема была у моего друга в Невской мелодии. Им изменили контракт, и он больше не мог получить никаких денег. Казино было под контролем Кумарина, а Кумарин отдавал деньги Гене. Это мне сказал сам Гена. Они изменили контракт, и все, мой друг перестал получать деньги. Он был уверен на 100%, что значит, Петрова, то есть реального шефа Малышевских, и Кузьмина арестуют. Потому что я, говорит, знал, что это была поставка, организованная Малышевским. То есть они участвовали в этом. Я думал, что все, им конец. Но потом, говорит, я увидел, что ничего не произошло. Арестовали каких-то людей, израильтян, и все, на этом все закончилось. С кем же Путин был ближе всего из них? С Геннадием или с Сергеем или с Малышевым? Мне кажется, что прежде всего с Геной Петровым. Гена мне даже говорил, что строит дом рядом с домом Путина, в соседнем доме. В 92-м году, незадолго до выставки игровых автоматов, они исчезли. Их схватили и отправили в тюрьму, и Малышева тоже. Я знаю точно, что им пришлось заплатить очень большие деньги, и примерно через 10 месяцев и Гена, и Сергей вышли из тюрьмы. Геннадию Петрову принадлежала квартира вот в этом элитном строении на 2-й Березовой аллее 19 на Каменном острове в Петербурге. Как-то не поворачивается язык назвать это обнесенное рвом с водой под прицелом десятков телекамер, ну разве что без колючей проволоки сооружение домом. Его построила знаменитая на всю Россию БСК – Балтийская строительная компания, основной актив Петрова, где отмывались отжатые рэкетом деньги. Тут проживали Владимир Кожин, в Петербурге 90-х он возглавлял службу валютного регулирования и контроля, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, ну и прочие члены кооператива «Озеро». А буквально рядом с этим домом, метров в 200, находится спортивно-рекреационный комплекс, где любили погонять шары на бильярде и попариться с девочками в саунах все главные персонажи бандитского Петербурга лихих 90-х. Внутри его двора находится вот это здание в псевдояпонском стиле – клуб дзюдо «Явара Нева», которым руководили Владимир Путин, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг. Здесь проходили совместные тренировки чиновников мэрии и элиты бандитского мира. В бане с веничком обсуждались текущие вопросы и принимались судьбоносные решения. И тут же, еще в метрах в 500, было еще одно здание на 1-й Березовой аллее 7. Оно использовалось как штаб-квартира Малышевской группировки. Сейчас, как видите, его по неизвестным причинам сносят. Наверное, чтобы окончательно стереть память и о лихих 90-х, и о тех, кто же именно так лихо в них ураганил. Свидетелей, которые бы помнили ВВП, как называли нашего героя в ранние 90-е, осталось не так много. Да и большинство из них предпочитают помалкивать. А вот у Николая Андрущенко, питерского журналиста и бывшего депутата Ленсовета, многие встречи с Володей Путиным до сих пор очень свежи в памяти. Я не скрываю это, я поддержал путч. Я считал, что путч – это попытка восстановить советскую власть. Я за городом был, встретил Псковскую танковую дивизию, позвонил дежурному КГБ, сказал, что представился своей фамилией, что вот наведите порядок, в конце концов, в соответствии с уставом и Конституцией. Где-то через 2-3 недели после этого Путин встречает меня в коридоре Ленсовета, около гардероба на первом этаже. Народу не было, может, поэтому он был откровенен. Одна спящая гардеробщица старенькая сидела: «Степаныч, что ты наделал? Тебя же могли арестовать». Это он сказал совершенно четко, просто. А потом, видимо, именно потому, что никого кругом не было, его прорвало. И он отвернулся и пошел от меня, три раза вскидывая руки. «Бабки надо делать! Бабки надо делать! Бабки надо делать, Степаныч!» Этому жизненному кредо, провозглашенному в минуту редкой откровенности, Путин оставался верен всю свою жизнь. Его комитет быстро превратился в бизнес-центр по оказанию подпольных платных услуг начинающим предпринимателям.
комитет по внешним связям занимался регистрацией юридических лиц, совместных предприятий. Регистрация еще в СССР, еще, так сказать, во второй половине 91 года стоила, ну, в смысле, безналом, то есть налом, на черным налом, то есть, проще говоря, взяткой, 50 тысяч рублей. Вам предлагают взятки? Ну, видите ли, во-первых, я бы так сказал, что все-таки наш комитет – это скорее экспертный комитет, экспертный и организующий. От нас вот все-таки немного, не часто нужно обращаться к нам за решением вопроса какого-то, вот, который связан с материальными ценностями. Так? Хотя и в процессе этой работы могут возникать ситуации, при которых та или иная коммерческая структура, частные лица ожидают от нас какого-то решения. И в этом случае, конечно, может возникнуть желание как-то пропихнуть свой вопрос побыстрее. Должен откровенно сказать, что такие предложения, ну, не впрямую, но следуют. Ну, дальше я не спрашиваю. Почему? Можете дальше. Владимир Владимирович Путин, как руководитель внешнеэкономического отдела, я занимался регистрацией тех компаний, которыми я владел, в частности, оружейной компанией «РЭКС». А также оказывает содействие моему партнеру и мне в создании компании «СОЭКС», о собственности в которой в данный момент я и веду судебное дело в Нью-Йорке. В 2014 году в суд Южного округа штата Нью-Йорк поступил иск от израильского бизнесмена Максима Фрейдзона. Он потребовал от «Газпрома» и «Лукойла» 540 миллионов долларов компенсации за собственность, которую у него отобрали в середине 90-х в городе Петербурге. Вкратце, суть дела такова. В 95-м году Путин отдал заправочные терминалы для самолетов в аэропорту Пулково и для кораблей в морском порту Петербурга группе достойных людей – Фрейдзону, Максу Оружейнику, и его компаньону Дмитрию Скигину. Фактически их структура «СОВЭКС» получила монополию на заправку судов и самолетов. Кроме них, контролировать эту монополию поставили фирму, которой на паях владели все те же Скигин и Фрейдзон с одной стороны, и с другой – бандиты Илья Трабер, кличка «Антиквар» от Тамбовской ОПГ, и Геннадий Петров, крокодил от Малышевской. Впоследствии Фрейдзона братва из бизнеса выдавила. Ему пробили голову, рекомендовали забыть о своих акциях и свалить из России пока цел, что он и сделал. Позднее бывшие компаньоны еще и продали отжатые акции «СОВЭКСа» «Лукойлу» и «Газпромнефти». Благодаря откровенности Максима теперь стали известны подробности о самом механизме вымогательства и последующем заносе в мэрию наличных. Власть и конкретные ее представители, в том числе во внешнеэкономическом отделе мэрии, договаривались о долях в регистрируемом бизнесе в обмен на содействие, а также получали конкретные денежные призы, назовем взятки. Переговоры о поддержке со стороны мэрии, то есть непосредственно с Путиным, вел партнер Максима Дмитрий Скигин. Дмитрий торговался с Владимиром Владимировичем на тему процентов конкретных лиц в начинающемся бизнесе по заправке самолетов в аэропорту Пулково, компания «СОВЭКС». Дмитрий рассказал, что начинали с 15%, что было обычной таксой для новых перспективных бизнесов, но ему удалось убедить представителей власти, назовем это так, в том, что бизнес требует больших вложений, и прибыли от него будут не сразу. И поэтому на первом этапе договорились на 4% акций. Помимо пакета акций, то есть долевого участия в бизнесе, Путин не брезговал получать кэш, наличные, но не в свои руки, а через очень знаменитого впоследствии посредника.
Ну, от имени Владимира Владимировича деньги принимал Алексей Мильев. Я не знаю, как они делили это внутри. Можно, конечно, предположить, что Алексей Мильев брал деньги себе. Но мне почему-то так. В 2011 году экс-глава разведки княжества Монако Роберт Эрингер заявил, что сообщил принцу Монако Альберу. Зарегистрированная в Монако компания «Сотрама» во главе с Дмитрием Скигиным была звеном в сети нефтетрейдерских компаний, созданных российским президентом и его окружением по всей Европе. Целью создания этой сети было отмывание похищенных из российского бюджета денег путем вкладывания их в европейскую недвижимость. Позже уволенный со своего поста Эрингер заявил, что принц Альбер был подкуплен президентом России Владимиром Путиным и потому не только игнорировал подобное сообщение о деятельности русской мафии в Монако, но и отдал свой голос за Сочи как место проведения зимней Олимпиады в ранге члена Международного олимпийского комитета. Was actually evicted from Monaco, I think in the year 2000, before I came in to do the work that they were laundering, still are laundering, millions of dollars every month under the guise of being an oil distribution company. Dmitry Skigin died of cancer, and his two sons took over the business, although their presence is rather nominal because there is a whole machine that was formulated that had nothing to do with the Skigin family, but that had everything to do with the Russian mafia, including President Putin himself. Основатель разведки княжества Эрингер подал иск против принца Монако, в котором утверждает, что каждое из своих обвинений в адрес к принца и Путина готов подтвердить имеющимися у него документами. I do have certain documents, and I do have excellent sourcing, people who worked inside Sotrama, people who were at parties before Dmitry Skigin died, and then after he died, who said certain things. I have Monaco's own police file on Sotrama. It's one of the first lines on it says, Mafia Russe in French. Скажите, вы удачливый человек? До сих пор мне не приходилось жаловаться на судьбу, а из этого можно сделать вывод, что в принципе удачно. Комитет, которым руководил Путин при мэре Собчаке, процветал ровно до того момента, когда Собчак потерпел сокрушительное поражение на выборах 96-го года. Новым мэром стал Владимир Яковлев. Собчак ведь, понимаете, как нужен был именно в тот момент времени, когда вывеска «Демократы» вот... Демократ. А дальше он оказался крайне неэффективным градоначальником. Поэтому Собчака списали, а Владимира Владимировича, так сказать, устроили в Москве. Я знаю, что там было возбуждено уголовное дело. Вот. И дальше была фантасмагорическая совершенно история. Он сымитировал инфаркт, и через несколько дней... Значит, его на частном самолете санитарном вывезли. Думаю, что перелет этого самолета через границу без участия Путина не мог состояться. Ну, а как только Борис Николаевич отдал бразды правления Владимиру Владимировичу, Анатолий Александрович решил, что все теперь в порядке, он не подсуден. И он под такой защитой Владимира Владимировича он может спокойно вернуться в Россию, что и сделал. И был абсолютно неправ. И был абсолютно неправ. Дело кончилось плохо. Помню четко, что за какое-то время до отлета в Калининград где-то мы встретились, но не вдвоем, а там была компания 5-6 человек. И Собчак произнес роковые для себя слова. «Я буду следующим президентом России».
вот приеду из Калининграда и займусь всерьез. Мне кажется, вот это послужило причиной его смерти. Я думаю, что вряд ли он умер своей смертью. Потому что все обстоятельства этой смерти были очень странными. И Людмила Борисовна на следующий день после его смерти сама высказала такое предположение. Правда, еще через день ей, наверное, хорошо объяснили все, что надо. И она отказалась от этой версии. Ну, хорошо было бы, конечно, эксгумировать. И проверить. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. Vladimir Putin. Еще одна чрезвычайно скандальная и тщательно скрываемая история из путинского прошлого связана с деятельностью корпорации «20-й Трест», созданной им специально для отмывания бюджетных и криминальных денег. Испанский городок Торревьеха в провинции Аликанте. Местечко действительно райское, знаменитое на весь мир побережье Коста-Бланка. Тут проживает более 3000 выходцев из России, поэтому его часто называют столицей русской Испании. Филиал 20-го треста в Испании был зарегистрирован в июле 94-го вот в этом доме номер 20 по одной из центральных улиц – Рамон Гают. По воспоминаниям местных жителей, Владимир Путин лично приезжал, вернее, приплывал сюда на посланной за ним яхте из Гибралтара за 3 месяца до этого в марте 94-го. Местным авторитетом, принимавшим Путина в Торревьехе, был некто Фернандо Маркос. Компания Маркоса «Профемар» располагалась вот в этом же доме, что и испанский филиал 20-го треста «Торревьеха Рамон Гают 20». А согласно акту проверки Круминфина и материалам уголовного дела 144-128, известного как «Дело Путина», 20-й трест перевел «Профемару» первые 450 тысяч долларов в июне 94-го, прямо из Петербурга, еще до регистрации своего филиала в Испании. По мнению расследовавшего это дело следователя Зыкова, это были те самые деньги, выделенные 20-му тресту на реконструкцию Горнинского монастыря в Израиле. Ну, возглавлял корпорацию 20-й трест Никишин Сергей Николаевич. Сергей Николаевич Путину давал указания, нами были изъяты такие записки. То есть откуда должны были, из каких фондов городских, допустим, выделяться средства, которые поступали в корпорацию 20-й трест на реставрацию Горнинского монастыря в Израиле. А деньги, которые были переведены, то есть Никишин указал Путину, что уважаемый Владимир Владимирович, нам для реставрации монастыря требуются такие-то, такие-то финансы, просим вас дать добро на выделение денежных средств. Эти денежные средства могут быть выделены вот из фонда такого-то города и переведены на наш счет. Ну и Путин строго выполнил указания господина Никишина, дал свое добро на выделение этих средств, эти деньги были выделены. И тут же у нас мы просто проследили поминутно движение этих денег. И как только они поступили на счета корпорации 20-й трест, в тот же день они были переведены в валюту и, соответственно, переведены в Финляндию и в Испанию. Рядом, на соседней улице с офисом Маркоса, находится офис выходца из Петербурга Петра Андрушевича. Именно этот человек, согласно коммерческому регистру Испании, вместе с Сергеем Никишиным являлись управляющими 20-го треста в Испании. Раньше этот человек повсюду отрицал свою причастность к 20-му тресту, сегодня, в разговоре с нами, он впервые за многие годы признает этот факт. Но вы вот не занимались 20-м трестом? Кто, я? Да. Да, тогда-то, но это все было так давно. Вот он был зарегистрирован как раз в Торревьехе. Ну, было, да, но это все какое-то 90-е какие-то годы. Такие все истории, что сейчас уже на эту тему не осталось ни документов, ничего. А Путин приезжал в Торревьеху тогда, вы не помните? Просто опять-таки... Мне не известно.
Неоднократное упоминание в уголовном деле его имени, а Петр Андрушевич подписывал все договоры и акты от имени 20-го треста, никак не помешало публичной карьере этого человека в Испании. В Торревьехе он прожил до середины 2000-х, издавал здесь русскоязычную газету, является официальным партнером российского консульства и Россотрудничества. Даже случайно встреченный нами у дома номер 20 строитель по имени Юрий немедленно отреагировал на его имя. Это, нет, это не работает. Даже не снимайте, это не работает. Да? Вам не пора. А раньше, может, было, нет? Это было когда-то раньше, но не сейчас, нет. А какой просто там был Петр Андрушевич? Вы не знаете? Он еще был глава диаспоры. Вы ищите его в Барселоне. То есть он переехал, да? Да, Солимар, да, это в Барселоне. Ага. А раньше вы не слышали, что у них был офис тут, нет? Был офис, да. Был офис. Ищите. А что за человек вообще? Что за человек? Много ищет. Да? Я думаю, что много ищут с России. Вы, наверное, не первые. А почему ищут? Я давно здесь, я лет 20 здесь. В принципе, тогда, когда и он приехал. А зачем? Снимать меня не надо. Да не, я эту снимал. Вывесил. Не, снимать не надо. После нашего неожиданного знакомства Юрий объяснил, что жители Торревьехи свято чтут принцип нераспространения частной информации об отдыхающих и уж тем более о тех, кто вкладывает в их город деньги. На этом держится репутация города. Поэтому, хотя все старожилы знают о приезде сюда весной 94 года Владимира Путина, никто публично разглашать эту информацию не станет. Сам же Юрий так прокомментировал этот приезд. Во-первых, это было безопасно. Это был не премьер-министр, не по работе вам безопасно. Что-то не может просто отдохнуть. Не может какие-то деньги кому-то. И кто-то может дал заказ того же правительства. Ну, посмотри, как я, правильно ли я вложу деньги, если я всю ночь. Решив закрепить знакомство, мы заехали с ним в один из баров вот на этой Приморской улице. Этот комплекс возводился как раз в начале 90-х. И именно здесь, в одном из этих частных апартаментов, останавливался Путин в свой приезд. Местный бармен в доверительном разговоре подтвердил нам, что Путин бывал здесь несколько раз, неизменно заказывая пиво. Но подтвердить эту информацию на камеру, разумеется, отказался. Зачем Путину понадобилось приезжать в Торревьеху, где депутат Заксобрания Сергей Никешин зарегистрировал филиал их совместной строительной корпорации «20-й Трест»? Разгадка заключается вот в этом комплексе зданий «Ла Палома». Этот апарт-отель с бассейном был построен по проекту 20-го Треста, умело направившего денежный поток из бюджета Санкт-Петербурга с помощью председателя комитета по внешним связям мэрии Владимира Путина. С этим корпусом связано, что Путин прокололся дважды. То есть, во-первых, по переводу денег первый раз, когда вот вместо Горницкого монастыря они пошли в Испанию на реконструкцию гостиницы. А затем, где-то в 95-м году, господин Никешин, у него новая возникла идея, как, в принципе, с города срубить деньги. Он предложил Владимиру Владимировичу, что вот надо бы ветеранов Великой Отечественной войны свозить в Торревьехо, чтобы они там отдохнули. А мы посмотрели, было опять же выделено 2,8 миллиарда рублей. И из этих денег на 2,8 миллиарда, ну, действительно, 60 ветеранов Великой Отечественной войны там отдохнули. А в основном отдыхало руководство корпорации 20-й Трест. Отдыхали те лица, которые входят в окружение господина Путина. Вот, в общем-то, такие фигуранты, такие деятели. С тех пор прошло много лет. Сегодня большинство квартир в этом комплексе продается. Он не раз уже сменил номинальных владельцев. От былого великолепия 90-х остались только вот эти скромные таблички. 20-й Трест приобрел еще одну виллу в районе Донья Пепа в местечке Рохалес, рядом с Торревьехой. Она предназначалась лично Путину. По данным одной из крупнейших испанских газет, он приезжал туда по поддельным документам ровно 37 раз, уже будучи в статусе директора ФСБ. Путин снится лидером Евросоюза в костюме Бабы-Яги. Он грызет европейские жирные пузо, а потом выедает мозги. Путин идет по планете, прячутся геи в дупло. Страшнее всего на свете могучая поступь его.
А вот лед такой стоит. Вот цветной. А, и что? Ну, вот на этом месте башня Петра Великого и должна была стоять. Еще одна афера, успешно провернутая 20-м трестом вместе с поддерживающим его Путиным. Мнимое сооружение гигантского офисного центра на Васильевском острове. Взамен земельного участка под его строительство 20-й трест получил от города здание в самом центре Невского проспекта плюс почти 3 миллиарда бюджетных денег. Ну, а этот пустырь так и остался незастроенным. Да никто не собирался строить. Собирались только воровать деньги. И понятно, почему собирались и каким образом. Как это использовалось все. Вот на этом месте как раз должна была располагаться по проекту башня Петра Великого. Там должны были быть офисы, офисный центр, короче, высокий. Был такой придуман план перевести бюджетные средства в частную структуру, якобы под строительство какого-то вот такого высотного здания, а эти деньги украсть. То есть было выделено в свое время на строительство вот этой башни 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Из них было реально истрачено, ну, это покупка вертолетов, вернее, аренда вертолета, который здесь летал. Построили бетонный забор, которого сейчас нет. Корпорация 20-й трест его все-таки тоже продала. Ну и стояла будочка сторожа. Все, как мы видим, за нашими местами пустырь, кустарник, ничего не построено, но 2 миллиарда 900 миллионов похищено. Ты Путин, да ты же Путин, я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой, хочу я быть с тобой. 6 ноября 1999 года немецкий журнал «Шпигель» вышел со статьей, которую подхватила мировая пресса. В Лихтенштейне политики, судьи, адвокаты и финансовые управляющие сотрудничают с колумбийскими наркокартелями и русской мафией. Журнал опирался на отчет Федеральной разведывательной службы Германии, который был посвящен отмыванию денег в этом княжестве. Под подозрение попали финансовые управляющие из княжества Рудольф Риттер и Оген фон Хепп. В 1997 году Риттер и фон Хепп получили от одного румынского банка криминальные деньги и вложили их в Германии путем приобретения акций одного акционерного общества из Франкфурта. Этого Риттера в Лихтенштейне подозревали в отмывании огромных объемов денег колумбийской мафии, полученных от торговли наркотиками. Он имел там контакты, что является установленным фактом, но на суде он сказал, что не знал, что это деньги от продажи наркотиков. Речь шла о российско-немецком предприятии «СПАК», основанном в 1992 году во Франкфурте. По данным БНД, румынский банк-посредник часто использовался русской мафией как перевалочный пункт для отмывания денег, которые, пройдя через этот финансовый институт, вкладывались в недвижимость в России. Что касается Риттера, то он, по данным разведки, с одной стороны занимался инвестированием денег колумбийских и мексиканских наркокартелей, а с другой являлся мажоритарным акционером СПАК. Рудольф Риттер был взят под стражу, и тут выяснилось, что со СПАК оказались аффилированы Владимир Смирнов, Владимир Кумарин, Владимир Путин и Герман Греф, последние двое в качестве советников компании. Полиция Лихтенштейна провела в отношении этих лиц свое собственное тщательное расследование. В результате выяснилось, что Смирнов вместе с Путиным регистрировали в княжестве фирмы для отмывания поступающих из России денег еще с самого начала 90-х. Большинство из них имели юридический адрес в этом доме – Вадуц, Олештрассе 5. Названия их менялись, но суть оставалась неизменной. Проводка финансовых средств через различные офшоры с целью их легализации. После этого они оседали в крупнейших банках Лихтенштейна. Полиция упоминает, например, вот этот ЛГТ-банк, находящийся в 300 метрах от этого бандитского офиса, а также банк Валартис. Любопытно, что по этому же адресу находилась и фирма Lirus Management, которой формально принадлежит так называемый дворец Путина в Геленджике.
Через нее же член кооператива «Озеро» Николай Шамалов финансировал строительство этого баснословно дорогого проекта. Он же распорядился сделать ее акции безымянными на предъявителя. Большим людям ведь незачем светить свои имена, участвуя в капитале сомнительных компаний. Да и взятки такими акциями давать куда безопаснее. Вот так и происходило отмывание ленинградского, а потом и питерского воровского общака. Что выяснилось благодаря последующим поискам именно в Петербурге, что люди, связанные со СПАК, имели теснейшие связи с Владимиром Смирновым. И этот Владимир Смирнов стал, так скажем, связующим звеном между тамбовской мафией с одной стороны, Владимиром Путиным с другой, а также с фирмой СПАК здесь, в Германии. Первое указание на это я получил на основе отчета Федеральной разведывательной службы Германии об отмывании денег в Лихтенштейне. Этот отчет вызвал переполох в Германии. И в маленьком абзаце была упомянута фирма СПАК как инструмент для отмывания денег от торговли наркотиками. Мне, слава богу, удалось увидеть два отчета, две версии. Французская и немецкая, контрразведка немецкая. Один отчет был выморан, который на немецком языке, то есть все имена там и так далее были замазаны. Но у газеты «Монд», с которой я сотрудничал в свое время, была чистая копия, официальный перевод, то есть авторизованный перевод, это уже отчеты. И там было гораздо больше имен, потому что французы особенно не обращали внимания на эти имена, они ничего не говорили. А для меня это было просто вот такое пиршество. И там я обнаружил и СПАК, я обнаружил интернет-сайт СПАК, я обнаружил сообщение о Путине, который прекратил свои полномочия советника в день инаугурации как президента России. То есть, когда он был директором ФСБ, он был консультантом СПАК. Когда он был премьер-министром, он был консультантом СПАК. И только когда, и даже когда он был исполняющим обязанности президента, он все еще был консультантом СПАК. И я провел свое собственное расследование в Германии. В то время у меня были довольно хорошие контакты с тогдашним федеральным прокурором. Мы вместе ездили в Лихтенштейн. Официально фирма СПАК занималась недвижимостью, строя здания в центре Петербурга. Отсчет своей деятельности эта фирма, основанная в 92-м, почему-то ведет с 90-го, когда существовали только лихтенштейнские офшоры. Она реконструирует атриум Палас на Невском, офисное здание на Итальянской, Адмиралтейство. Помещения там получили в аренду компании Siemens, Deutsche Bank, Dresdner Bank и другие структуры, пользовавшиеся особым расположением мэрии. Какое отношение к СПАК имел Владимир Путин? По словам немецких менеджеров, он был в этой фирме консультантом без зарплаты, поскольку нормальной практикой того времени было участие чиновников мэрии в бизнесе в виде консультантов. Однако у немецкого журналиста Юргена Рота, написавшего о СПАК книгу «Гангстеры с Востока», другая информация. В том, что касается Владимира Путина, существует черная дыра. С какими фирмами он был связан, как именно он заработал свои деньги и насколько тесно он сотрудничал с криминальными группировками. И это было тем более интересно, потому что имели связи с Германией, с членами тамбовской мафии. И с фирмами, работавшими в Германии, в частности СПАК. И Владимир Путин лично был в 92-м году в Германии, встречался здесь с нотариусом, а также со своими компаньонами, которые вскоре основали СПАК. Это и были те самые сооснователи СПАК. Санкт-Петербургское акционерное общество по управлению недвижимостью и капиталовложениями, или СПАК, учредили Рудольф Риттер, Комитет по управлению городским имуществом мэрии Петербурга, Банк Санкт-Петербург, представленный бандитом Владимиром Смирновым, и фирма «Информфутуре», также Смирнова. В общем, собралась веселая компания из русского бандита, немецкого отмывателя денег и питерских чиновников в виде так называемых советников. Компания контролировалась полностью организованной преступностью. Люди, которые связаны с Тамбовской, были акционерами, совладельцами.
В дальнейшем структура СПАК менялась, фирма постоянно расширялась, соучредила строительно-инвестиционную компанию «Знаменская» и ЧОП «Риф Секьюрити», тот самый, что охранял кооператив «Озеро». Эта структура уже непосредственно контролировалась ночным мэром Петербурга, известным бандитом Владимиром Кумариным. После того, как они смешали акции и сделали одну компанию, то есть вместо СПАК, «Знаменская» и «Информфутери», они сделали одну общую компанию. И одним из совладельцев был конкретно Кумарин, Барсуков. Это же подтвердил и сам Владимир Смирнов, близкий друг и так называемые немецкие инвесторы для Путина. Он был в начале всего этого процесса. 13 мая 2003 года в штаб-квартире СПАК во Франкфурте прошли обыски. Во время обысков был найден документ с печатью Комитета по внешним связям мэрии Петербурга и подписью Путина. Путин доверяет управление акциями СПАК своему компаньону Владимиру Смирнову. Доверенность. Настоящим уполномочиваем господина Владимира Смирнова в наше отсутствие осуществлять право голосования на собраниях акционеров по 200 акциям Санкт-Петербургского акционерного общества по управлению недвижимостью и капиталовложением СПАГ номинальной стоимостью по 50 дойчмарок за акцию. Санкт-Петербург, 17 декабря 1994 года. Ну да, дело в том, что деятели СПАК всегда говорили, что Путин не имеет к этому вообще никакого отношения. А этот документ, и он также находится в материалах расследования уголовного дела, показывает, что он вначале был очень активным в СПАК, а впоследствии уже нет. Но в его участии в дальнейшем на самом деле не было никакой необходимости, так как его друг, его амиго Смирнов сыграл роль важнейшего связующего звена с тамбовской мафией. Это всегда была именно протекция, предоставленная Владимиром Путиным Владимиру Смирнову и его криминальным структурам, в данном случае тамбовской группировки, с одной стороны, а с другой были каналы для отмывания денег через фиктивные компании, компании-помойки в налоговых райских местах. Или, как в нашем случае, через СПАК с другой. Больше всего Юргена Рота в этом расследовании поразило то, что как только полиция и разведка начали предпринимать активные следственные действия по СПАГу, в частности, проводить первые обыски, с самого верха, из Берлина и Бонна, стали поступать достаточно ясные сигналы о недовольстве этой излишней активностью. Потому что Владимир Путин сделал так, что в то самое время, когда происходило расследование, прямо во время обысков в офисе СПАГ здесь, в Морфельден-Вальдорф, федеральный канцлер был поставлен об этом в известность, хотя это и не было нормальной практикой. Одновременно министр внутренних дел России был также проинформирован об обысках в СПАГ, что было еще одним признаком того, что речь идет о деле большой политической важности. И тут выяснилось, что нет и не было никакой политической воли продолжать разбираться в этом деле. Прокуратура Дармштадта направила из Германии вот сюда, в Вадут, столицу княжества Лихтенштейн, запрос с просьбой прояснить деятельность в княжестве лиц, аффилированных со СПАК, в частности, Владимира Смирнова и Рудольфа Риттера. Прокуроры прямо поставили вопрос, были ли через фирму СПАК отмыты деньги колумбийского наркокартеля «Кали». Полиция Лихтенштейна ответила, что Рудольф Риттер имел прямое отношение к деньгам наркокартеля, переведенным в Испанию, но напрямую с Колумбией не работал. При этом Риттер был связан также с российской оргпреступностью, работая для Александра Афанасьева из Измайловской ОПГ, говорится в ответе княжеской полиции. Несмотря на это, Риттер провел в тюрьме всего пару месяцев. Конец истории состоял в том, что расследованию Дармштадтской прокуратуры активно пытались помешать. Но расследование также вело Федеральное управление уголовной полиции Германии. И Федеральное управление получило возможность только лишь через год после того, как прошли обыски в СПАГ, поехать в Петербург и встретиться там с шефом тамбовской мафии, который, конечно, показал им себя в лучшем виде, то есть выдавал себя за обычного бизнесмена. Разумеется, Владимир Смирнов проинформировал об этом визите Владимира Путина. Ну а Владимир Путин, вероятно, проинформировал своего друга, канцлера Герхарда Шрёдера. Как отреагировал Шрёдер, можно только
только догадываться. Но, по словам Юргена Рота, в дальнейшем расследование затормозилось, а потом и вовсе сошло на нет. Дело в том, что следственные органы Петербурга и Москвы блокировали работы. Не было никакой возможности сотрудничества. А кроме того, в Берлине и Бонне обнаружилась политическая воля не позволить продолжать вести расследование. Это значит, что прокурор был практически один без поддержки. Подрался, наглотался какой-то будень. Он так меня достал, я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин. Вообще, вокруг президента, вокруг Путина объединилось, как я понимаю, несколько вот таких преступных сообществ. Я думаю, что вот эта измайловская преступная группировка и вот эта тамбовская, вот эта питерская преступная группировка, глава которой там Геннадий Петров убежал из Испании из-под следствия, и там измайловская преступная группа, контролировавшая в свое время вот уральский тоже бизнес. Да? Махмудов, я думаю, имел контакты с Путиным еще во время транспортировки его цветных металлов через Петербург. Мы помним эти известные дела, когда там проходил трафик наркотиков. И вот трафик цветных металлов, это вот дело СПАК. Вот сейчас он объединил вот эти две группы и, подтянув своих КГБшных друзей, как вот Сечина, в этот бизнес, он их тоже заставил работать вместе. Да избиение идет там, люди бьют нашего человека. Конституция! Конституция! Константин Рубахин в недавнем прошлом был экологическим активистом. Возглавлял в родном Воронеже движение в защиту Хопра. Это река, которая погибает от добычи руды открытым способом, развернутой структурами Уральской горно-металлургической компании. Ее контролирует один из лидеров измайловской преступной группировки Искандер Махмудов по кличке Китаец. Год назад Рубахин выступил на эту тему на молодежном форуме на озере Селигер, когда туда пожаловал сам президент России. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Константин Рубахин, я координатор движения в защиту Хопра. Пожалуйста, еще раз. Мы уже в прошлом году вам говорили о нашей защиту? Проблеме. Хопра. Хопра, есть такая река Хопер. Это Воронежская область, это Волгоградская область. Да, понятно. Да, в прошлом году мы уже говорили вам об этой проблеме. Это действительно проблема. Я обращаюсь к вам от лица жителей Черноземья, которые категорически против добычи цветных металлов в этом регионе. Будет нанесен вред почвам, вред Хоперскому заповеднику. А эта земля может кормить не 40 лет людей, а тысячелетия. Давайте посмотрим. И знаете, я хотел бы... Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы вот как прокомментировать. Думаю, что ничего нового в этом отношении не скажу. Всегда существует проблема. Да, надо сказать, что экспорт этого металла просто уйдет в зарубеж, 96% его продается, и речь идет о 3000 рабочих мест. Уже, по-моему, лицензии выдана, да, идет спор за эти лицензии. Нет, спора никакого нет. Никакой компании, которая претендовала на это недра, нет, потому что дураков, извините, нет, потому что там действительно люди против. Хорошо, категорически. Договорить. Путин, по-видимому, запомнил и это дерзкое выступление, и фамилию Рубахина. Не прошло и двух недель, как против Константина Рубахина под надуманным предлогом было возбуждено уголовное преследование. В результате он был вынужден спасаться от ареста и бежать в одну из стран Балтии, где и продолжает расследовать преступные схемы измайловской группировки, но уже в статусе политэмигранта. Всегда очень сложно представить этот разговор, когда Путин говорит: «Слушай, ну ты уже, ну там, Махмудов». Ты как-то посмотри, люди в публичное пространство появляются, задают мне дурацкие вопросы, которые вообще задавать мне никто не должен, понимаешь? Я понимаю. Я, естественно, продолжение себя 90-го года. Потому что есть очень многие вещи, которые заложены в тебе и не меняются с годами. Это порядочность. Мое понимание, конечно, порядочность.
через 10 дней, да, заводится уголовное дело, вот именно дается толчок новому витку преследований как раз активистов на Хапре, и как раз дело было направлено по всем документам, чтобы как бы меня арестовать или куда-то вывести за пределы правового поля России. Начались санкции. До санкций что происходило? Какие-то ротенберги, которые никогда не имели никакого отношения ни к строительству газопроводов, ни к строительству домов, ни к созданию труб бесшовных. Вообще, они даже не понимали, что это такое. Потом они стали просто олигархами именно в этом. Ну как? Только потому, что они были связаны с Путиным по дзюдо. Как только появились санкции, они тут же начали все перепрятывать. Они начали переводить все на офшоры. И так во всем. Так же Тимченко поступил. Причем Тимченко, поскольку у них у всех, значит, вот это разведывательное прошлое, они, видимо, получили информацию о том, что готовится официальный санкционный список компаний и людей, которые связаны с событиями на Украине и аннексией Крыма. И за день до официального вступления в силу, значит, этого списка он продает все своему партнеру, который был вообще там на третьих ролях сначала. И он был более респектабельно выглядел, чем Тимченко, непонятный, с финским паспортом, который живет в Швейцарии. Вот. В то время как многие олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина попали под персональные санкции США и ЕС, в лидерах госзаказа оказались новые имена – Андрей Бокарев и Искандер Махмудов. Именно они, похоже, становятся новыми операторами кремлевских денег. Негласно их уже так и называют – новые кошельки Путина. Мечта. Мечта, даже не знаю какая. Мечта – это что-то такое. На подкорковом уровне. Ее даже трудно, наверное, как-то словами обозначить. Это был момент очень важный для других. Кому передать активы? Кто эти надежные люди, кому передадут? Одним из самых надежных оказался Искандер Махмудов, который уже прописался во Франции. У него тут виллы, квартиры, шато и так далее. Он ему продает угольные компании в Сибири. Дальше тот же Чемизов, который все это организовывал, еще один друг Путина, Ростех, да, который непонятно откуда получил права на распределение всех этих предприятий государственных. Он же ему продает, значит, Ижмаш, вообще концерн Калашников, стрелковое оружие. Мало того, Усть-Луга, огромный кусок, значит, портовый, также получает Бокарев. Бокарев – это, считай, тень Искандера Махмудова. То есть это одна и та же команда. Это люди, которые в свое время работали на Мишу Черного, на Измайловских, и они продолжают там оставаться. Они существуют в уголовном деле по Афоне в Германии, Афанасьев Александр, в Испании в уголовном деле. Испанцы до сих пор не снимают разыскное дело в Интерполе на Михаила Черного. И в том же самом уголовном деле существует Искандер Махмудов, Олег Дерипаска, кстати, и очень интересные другие персонажи. В отношении Махмудова и Дерипаски уголовное дело против русской мафии по результатам данных прослушки было выделено испанскими следователями в отдельное производство. Их и ряд других фигурантов подозревают в отмывании денег преступных сообществ через фиктивные поставки металла. Занималась этим компания «Вера Металлургика», зарегистрированная в Аликанте. Ее считают дочерней структурой Уральской горно-металлургической компании, один из основных активов Искандера Махмудова. Компания занимается поставками металлов по странному маршруту через Молдавию и Кипр. Причем в процессе поставки стоимость металла возрастает многократно. Что касается Олега Дерипаски, то расследование по нему началось по поводу отмывания денег через одну испанскую компанию. Эта компания была напрямую связана с Геннадием Петровым, у которого есть большие интересы и активы в Испании. Прокуратура России согласилась с нами, что Дерипаска является членом преступной группировки, конкретно Измайловской ОПГ.
У компаний, контролируемых Махмудовым и Бокаревым, есть еще один видный покровитель – губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. По сообщению предпринимателя Михаила Живила, сбежавшего из России в США, спасаясь от расправы, Тулеев получил в виде взяток 3 миллиона долларов США от владельцев УГМК. Да, Тулеев участвовал. Это были «Кузбасс разъезд уголь». Это была ключевая компания, она остается ключевой. «Кузбасс разъезд уголь», который полностью контролировался Махмудовым, Бокаревым и остальными, сейчас одним из крупных акционеров «Кузбасс разъезд угля» является сын Петрова. Это не единственный случай. Если мы начнем все внимательно рассматривать, то обнаружится, что сейчас происходит такое подключение старой гвардии, которая на время ушла в тень немножко из-за судебных процессов между Дерипаской и Черным, когда нужно было легализовать огромные фрагменты собственности и огромные суммы. Вот. Все это закончилось, и сейчас они все чистенькие и хорошенькие, ну, кроме бедного как бы Миши Черного, и то только потому, что упрямые испанские следователи продолжают как бы уголовное расследование против него и его группы. В документах, которые передал в суд по этому делу, указаны лица, которые непосредственно связаны с Геннадием Петровым. Это заместитель главы наркоконтроля Николай Чаулов, заместитель Бастрыкина Игорь Соболевский, министр связи Леонид Рейман, а также бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Петров был на постоянной телефонной связи с Бастрыкиным. Господин Петров постоянно использует всех этих людей, коррумпируя их, чтобы получить доступ к высшим эшелонам власти страны. У нас нет никаких сомнений в том, что именно так все это и происходит. Таково реальное устройство сегодняшней системы власти в России. Криминальная революция, о которой столько кричали и которой так боялись в 90-е, тогда же окончательно и свершилась. Тихо, незаметно, на глазах у всех нас. Сейчас я, пожалуй, прошел к мысли о том, что политический, большой политический проект «Перестройка» имел, как айсберг, видимую часть, которая была, в кавычках, продана обществу, да, и имел невидимую часть, подводную часть. С одной стороны, необходимость смены экономической модели, с другой стороны, желание сохранить власть. По сути, освободившиеся места партийной номенклатуры КПСС заняли молодые, голодные и наглые выходцы из КГБ СССР. Они быстро нашли общий язык с лидерами волчьих стай из криминального мира и прекрасно поняли друг друга. И теперь вся власть, все деньги в стране принадлежат этой уникальной мафиозной корпорации. А вот ответ на вопрос, кто же такой Владимир Путин на самом деле, остается за вами. Who is Mr. Putin? Who is Mr. Putin? Вы хотите честно или деликатно, чтобы я ответил? Честно, тогда это не для камеры, потому что дети могут оказаться перед экранами. Я думаю, что это очень опасный человек. Не потому, что он придумал и создал эту опасность, а потому что он идеальная часть вот этой опасной системы, которая существовала еще в советское время. Она себя перенесла, экспортировала в Россию, в будущую Россию, и он идеальный механизм вот этой системы. Путин в моих глазах – это продукт КГБ, который работает с преступными сообществами тогда, когда это ему нужно. Он построил свою власть на обладании большим архивом КГБ ФСБ, используя нужную информацию как компромат, как инструмент давления и шантажа. Он
я еще не могу разобраться, кого из двух выбрал себе идеалом. Либо Макиавелли, либо Иосифа Виссарионовича. Человек, который в день победы Яковлева сказал, я, наверное, пойду директором Тверского парка, а оказался в президентах, человек, который спутал свое место в жизни. Есть мнение, в частности, несколько гротескное, что он является агентом западных спецслужб, который забербован для того, чтобы окончательно развалить Россию и уничтожить это государство. Вор! Одно слово, вор! Sweet melody.